Год назад мы познакомились с Анной Викторовной Свидерской. Для нашей семьи Анна Викторовна стала настоящим спасением. Аденоидит в хронической форме мы смогли вылечить без операции. Анна Викторовна – это не просто профессионал высокого уровня, но и хороший человек. Наша клиника «Доктор Лор», клиника головы и шеи, развивает свою деятельность по различным направлениям. Основным нее, конечно, является оториноларингология. Кроме того, в нашей клинике принимают и другие специалисты. Это онкологи, онкологи-гематологи, врач-эндокринолог, врач-невролог и врач-кардиолог. В нашей клинике принимает врач-сурдолог, который проводит комплексное обследование слуха, в том числе у самых маленьких пациентов, новорожденных и детей до года, при помощи аудиоскрининга. Также в нашей клинике осуществляется вызов лор-врача на дом. То есть вам достаточно позвонить в нашу клинику, и в течение дня вам выйдет лор-врач на дом, чтобы осуществить осмотр и назначить вам лечение. Все врачи стараются осуществлять щадящие методы лечения. Поэтому в нашей клинике широко развиты физиотерапевтические процедуры, такие как лазеротерапия, фонофорез, электрофорез, лечение на аппарате тонзиллор. Кроме того, в нашей клинике осуществляются хирургические лазерные методики при лечении таких заболеваний, как хронический тонзиллит, вазомоторный ринит, лечение храпа и укороченной уздечки языка. У нас есть также соляная пещера, которая является неотъемлемой частью для профилактики и лечения лор-заболеваний. И детей, и взрослых. Приходите к нам, мы искренне рады вам помочь.